بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Уважаемые слушатели, мы с вами продолжаем чтение книги «Арбагин ан-Навави». Сегодня у нас 32-й хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал следующее. «Ан Аби Саидин, Сагда ибн Синан, Аль-Худри, радиаллаху ганху, анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, кал, ла дарара, ва ла дирара, хадисун хасанун, раваху ибн Маджах». وَدَرَاقُتْنِي وَغَيْرُهُمَ مُسْنَدًا. Данный хадис приводится от Абу Саид, Саад ибн Синан Аль-Худри, радиаллаху ганху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля дарара, ва ля дирара» – «Нет вреда и нет вредительству». Данный хадис приводится от Ибн Маджах и Дарақутни. То есть этот хадис говорит о двух вещах. «Ля дарара ва ля дирара». В двух словах имеется огромное значение для всех мусульман. «Ля дарара» – нет вреда по отношению себя и нет вреда по отношению другим. То есть вред бывает двух видов. Вред бывает двух видов. По отношению себя. По отношению себя, то есть какие могут быть вреды. То есть человек, когда вредит своему здоровью, когда человек вредит своему состоянию, психологическому состоянию, моральному состоянию, и, естественно, когда человек вредит своей вере. То есть Аллах Субханаху ва Тааля запретил человеку заниматься именно вредом для себя. Какие же могут быть вреды? То есть, когда человек употребляет запретное, то есть он совершает вред по отношению себя, своему организму. Когда он, например, это очень сильно у нас сейчас популярно, именно когда люди курят. Это самый большой вред он совершает именно по отношению себя. И в то же время он совершает вред по отношению другим. То есть человек, совершая такой поступок, он получает обязательно вред себе и другим. То есть мы в первую очередь должны знать, что когда человек находится в тяжелом состоянии, да, то есть он... Аллах Субханаху ва Тааля разрешил ему некоторые облегчения. Например, если ты находишься в пути, ты из-за того, что тебе тяжело пост держать, Аллах Субханаху ва Тааля разрешил тебя, то есть этот пост не держать, а держать пост, когда ты можешь приехать, спокойно можешь держать. Но когда ты знаешь, что этот пост тебе наоборот навредит, тебе Аллах Субханаху ва Тааля разрешил, и ты, несмотря на это, держишь пост, и ты вредишь себя, то есть это получается заниматься вредительством. То есть это есть облегчение. И много таких облегчений в шариате имеется. Также, то есть второй вид вред – это вред по отношению к другим людям. То есть когда человек вредит не только себя, а вредит еще другим людям. То есть когда человек совершает такие вредные поступки, например, по отношению к своим детям, по отношению к своей семье, то есть Аллах Субханаху ва Тааля запретил любой вид по отношению к другим. То есть и когда человек, несмотря на это, то есть продолжает совершать вредные действия, то есть он попадает под этот хадис. То есть получается таким образом, что человек, совершая
то есть именно по отношению к другим, то есть Аллах Субханаху ва Тааля, то есть его состояние перед Аллахом Субханаху ва Тааля еще усложняется. Поэтому среди ученых имеется несколько правил, касающиеся вредительства, именно вреда. Поэтому я хочу несколько правил вспомнить. Первое правило, которое в усуль-уль-фикхи, ахкам-уль-фикхи употребляется, это «ад-дарар юзаль». Любой вред должен устраняться. Любой вред должен устраняться. То есть, когда мы видим вред, мы должны стараться устранить этот вред. Но закон гласит таким образом, что нельзя устранять вред таким же вредом. «Ад-дарар ля язулю бимислихи». То есть, дарар, вред, не должен устраняться таким же вредом. И следующее правило гласит «Ад-дараруль-ашадду юзаль бидараруль-ахав». Но разрешается устранять большой вред малым вредом. Например, ты знаешь, что надо устранить данный вред, но это большой вред, но ты что устраняешь, все равно он не устранится полностью, а может и устранить его малым вредом. Следующее правило гласит «Яхтару ахвану шаррайни». То есть, когда есть два вреда, ты должен выбрать наименьшего вреда. «Изя тагарадат муфсидатан ругия ахзамуха дараран». Если встречается два вреда, ты должен в первую очередь устранить наибольший вред. Следующее правило, касающееся зарара, говорится: «Дарауль мафасид мукаддам галя джальбиль масалих». Устранение вреда первично, чем джальбиль масалих, совершение благого поступка. Поэтому сказано было пророком, саллаллаху алейхи вассалям: «Ад-дарару ля якуну кадиман». То есть вред, он не может быть давнейшим. Если он вред давнейшим, мы не должны его оставлять. Это уже так. Мы должны его устранять. Также мы говорим, что вот таким образом дарар, юзаль, любой вред должен устраняться. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас: «Ля дарара ва ля дирара». Пусть не будет вреда по отношению к себе и по отношению к другим. Поэтому мы должны знать вот эти элементарные правила, потому что это касается повседневной жизни каждого мусульманина. И в этом есть мудрость этого хадиса, что мусульмане не должны вредить ни себе, ни другим.